А что? В гостиком зашла? Чай попить и все так далее. Теперь у меня там еще квартирка. Теперь там живешь? Ну ладно, давай чай пить. Отдохнем все вместе. Вот, давайте. Уже же каникул. Ну вообще-то я вам звонила. Все эти месяца. Это получается март, апрель и май. А уже конец мая. Не знаю, что с вами нашелось в ноутбук. Сейчас я разберусь. Мне там нужно просто файлы, видео какие-то поудалять, потому что... Да вот в чем проблема-то. У вас здесь-то файлы, сколько их здесь-то? Так, а теперь складываем вкладки, фигуры все поудалять. И оставить только самые важные контакты и все наши. Да вот, вот пишет Варя, Зинка, вам тоже немного звонила. А что с этой Варей вообще случилось? Она в больницу попала. Ее подружка здесь сделала пожар, как я говорил, да? И это было бы просто ужасно. И она перенервничала и попала в больницу. Сейчас она там лечится. Вот, вот так вот. Спасибо, что мы с Тамарой Петровной гадаем, как гадалки. Не знаем, что сделать. Внимание всем, я пошел гулять. Ну, работать, дела делать, все. Пока, давай, удачи. Давай, удачи. Варя, иди кашу ешь, сколько звать буду? Да сейчас иду, подожди! Это уже последнее, что я сейчас готовлю. Хочешь быть голодная, пожалуйста? Ты иду, завтрак, это просто икра. Ты что прирыкаешься при мне? И сейчас я как дам этой штукой! Ладно, игру на паузу поставила, пришлось выйти, в следующий раз буду играть. Что у нас на завтрак? Садись на стол. Буду тебе давать в кастрюле, потому что все тарелки я мою. Сейчас ложку дам. Каша? А что еще? Ты думала, бургеры тебе будут? Сейчас завтрак, и нужно есть полезную еду. Держи, жри. Сумасшедший. Не съешь? Дам тебе это. Лето наступает, конец весны, и сразу начинают сверлить по ушам, конечно. Там 8 часов сверлили. Здравствуйте.
Ой, здравствуйте. Все. Да, вот эту стройку. Там же строят какое-то здание, спортивный комплекс, и все люди против. А, эту стройку, ну я знаю ее. Лучше участвовать. Это команда РНТВ. РНТВ, телевидение. Ну, пойдемте. Здравствуйте. Это программа РНТВ, и это новости из Санкт-Петербурга. Меня зовут Даниил Ефремеев. И прямо сейчас у нас есть один человек, который тоже против про эту стройку. А, собственно, вот он. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как вы думаете, для чего эту стройку делают? Ну, вот эта стройка, она очень жесткая. Вот здесь строят, что непонятно. Строят здесь, я не знаю, как всегда, спортивный комплекс. Мы с вами полностью согласны, зачем вообще лучше сделать детскую игровую площадку. Я с вами тоже полностью согласен, это просто какой-то ужас. Это, конечно, конченый ужасный ужас, потому что лучше сделать игровую детскую площадку. Но я так думаю, что этот забор надо снести, убрать. Ну и вообще лучше делать игровую детскую площадку. Но мы с вами полностью согласны. Это у нас уже второй репортаж. Ну что, до свидания. Это была программа НТВ с новости НТВ. Мы еще с вами увидимся. До свидания. Так, нужно срочно предупредить Варю, Тамару Петровну, потому что скоро это выложится тоже на НТВ. А новости скоро на НТВ начинаются. Так, сейчас воду пойду, положу и пойду. Все, пока. Так, ну что, уже пришел, надо Тамаре Петровне сказать новости. Ой-ой-ой, доброе утро! Как твое настроение? Как у вас? Какой сейчас сюрприз? Какой еще сюрприз? Да я вчера, когда пошел гулять, работать, да? Меня трясли ТВ и предложили стройку, которая вот там строится около школы. Там хотя бы спортивный комплекс сделать. И сегодня еще должно выйти. Ну, сейчас уже это. Да, НТВ выйдет новости сегодня! Быстро включаем! Включаем, естественно. Давай. Варя! Иди завтракать! Говорю, по телевизору показывают. Я иду! Как вот? Его по НТВ? Быстро смотри! Здравствуйте. Это программа НТВ, и это новости из Санкт-Петербурга. Меня зовут Даниил Ефремеев. И прямо сейчас у нас есть один человек, который тоже против про эту стройку. А, собственно, вот он. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как вы думаете, для чего эту стройку делают? Ну, вот эта стройка, она очень жесткая. Вот здесь строят, что непонятно. Строят здесь, я не знаю, как всегда, спортивный комплекс. Мы с вами полностью согласны, зачем вообще лучше сделать детскую игровую площадку. Я с вами тоже полностью согласен, это просто какой-то ужас. Это, конечно, конченый ужасный ужас, потому что лучше сделать игровую детскую площадку. Но я так думаю, что этот забор надо снести, убрать. Ну и вообще лучше делать игровую детскую площадку. Но мы с вами полностью согласны. Это у нас уже второй репортаж. Ну что, до свидания. Это была программа НТВ с новости НТВ. Мы еще с вами увидимся. Станя. Лёня, да ты же звезда! Ты попал на НТВ! Я всю свою жизнь не могла попасть на телевидение, хотя бы засняться. Какая я красивая, а тут... Поздравляю, Лёня. Спасибо, Тамара Петровна. Хотя это уже не первый раз. Ну, где-то в 19 году, 5 лет назад, я когда был маленький, попал на телевидение, на телеканал Санкт-Петербург. Да без разницы. Вот там ты не говорил, а просто смотрел куда-то. А тут так говорил прям, говорил я. Просто. Я прям звезда, могу сказать.
Без не могу, без разницы. Какой ты? Ты звезда телевидения. Я звезда интернета. Ну, с примеру там жест, звук, оригинальные звуки. Без разницы, мы тут все равно все звезды, все родные, все хорошие друзья. Ладно. Ну что? Пошел я. Я как-то там работаю.